Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. В последней серии мы, собственно, начали игру. Наш герой при переводе из одной тюрьмы в другую потерпел автокатастрофу вместе со всем автобусом и со всеми пассажирами, которые там находились. В результате мы обнаружили себя в каком-то непонятном месте, кругом туман, никого нет. По дороге мы встретили... О, это что такое... Слушай, это не тут мы улетели? Нет, по-моему, нет. По дороге мы обнаружили нашу охранницу, но, к сожалению, не смогли ее спасти. Она рухнула с обрыва. И сейчас ходим дальше, ищем что-то. Пока что не знаю, что, но самым логичным было бы поискать помощь, я думаю. Потому что-то совсем странно как-то все. Так, тут все открывается с другой стороны, хорошо. Пока что есть куда идти, так что ничего страшного. Но такое ощущение, что что-то тянули, да, вы видите, вот этот вот след. И ведет он прямиком туда, к этой станции фуникулера. Странно, как-то туман себя ведет, надо отметить. Так, что это я подобрал? Какой-то камень, что ли? Нет, я лучше с палкой похожу. С палкой все-таки поспокойнее. Заколоченный дом и машина. Пит-стоп. Это похоже какая-то мастерская. Ты только посмотри. 52 года. V8. Ну, старая зверюга, верно? Что? Я говорю, машина. Зверюга просто. Я предпочитаю что-то более новое. Эй, я не хочу никаких проблем. Просто покажи мне, как выбраться из города, и я продолжу путь. А кто что говорит про проблемы? Я просто пытаюсь быть полезным, сынок. Меня зовут Ховард, кстати говоря. Мерфи. В тюрьму направляешься, Мерфи? Просто ищу выход из города, вот и все. Да ты что? Да все дороги отрезаны. Очень странно это. Что-то не так, сынок? Ты видел? Там, в окне. Что? Да не важно. Если действительно нужно, попробуй фуникулер. Но с тех пор, как там произошел несчастный случай, он не работает. Я попробую. Вот это дух. Ну ладно, эти письма сами себя не доставят. Удачи тебе, Мерфи. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Эй. Эй, а как это место называется? Так, задание. Переодеться в новую одежду. Странный, надо сказать, этот почтальон был. Очень странный. Но машина на самом деле, посмотрите, да, какая шикарная. Блин, вот ее отреставрировать, это, по-моему, просто прелесть будет. Всегда обожал старые американские редваны, они вот как-то мне, блин, нравились. Есть у них что-то такое своеобразное. Новые машины американские Олса совсем не нравятся, какие-то корыта. Так, ну что, давайте что ли попробуем. Я других путей не вижу, тут провалы кругом. Так, интересно, там пролез, нет, через эту щель? Да, пролезли.
проникновение на частную собственность. Попал ты, Мёрфи, повесят на тебя и убийство той дамочки, которая свалилась с обрыва. Проблем у тебя выше крыши. А, там замок висит. Так, ну я думаю, деревянный я не особо смогу взломать этот замок. Давайте поищем какое-нибудь оружие, что ли. Не смогу, наверное, забраться, нет? Как видите, именно прелесть игры. Ты не сможешь сделать ничего, что ты уже сделал. Но ты можешь принять это. Да, блин, я, похоже, головой довольно сильно ударился. Какой-то непонятный голос был, вы слышали, да? То есть он слышит голоса у себя в голове. Так, и что я тут делаю? Тихо. Там кто-то был. Так. Это нам пригодится. Там явно кто-то есть за этим забором. Так, ладно. Уходим к чертовой матери отсюда. Что-то там как-то неспокойно. Дождик противно моросит. У нас, кстати, на улице такой же сейчас. Так, давайте сшибем этот замок. Хорошо. Так, хорошо, куда мы попали? Дверь сама закрылась, что ли? Забегаловка. Пустынная, опять же. Есть кто? Тишина в ответ. Может, пожрать что есть. Да, такое жрать определенно не стоит. Так, это у нас дверь наружу. Та самая заколоченная. Да-да-да. Карта. Так, тут у нас столовая, кухня, офис, комнаты. Ладно. Так, а на второй этаж как переключиться? А, на втором тоже он что-то есть. Это у нас что такое вообще? Типа подвал, что ли, или наоборот крыша? Шекс. Интересно, как переводится. Мой английский не идеален. Простите меня за это. Это включить не получится. Давайте за прилавок посмотрим. За прилавком что? Так, ранние посетители Devil Speed. То есть пропасть дьявольская, яма. Ты знаешь, что коренные американцы использовали... А, как называли они Silent Hill? Так. Короче говоря, Devil Pit окружает система пещер. Судя по всему, тут индейцы проводили какие-то свои ритуалы. Ой, ну тут и вонь должна быть. Так, это что у нас? Бутылка. Зачем мне бутылка? С разводным ключом-то она сподручнее было бы. Так, братья, подними, пожалуйста. Старый кассовый аппарат. Что у нас в нем? Деньги. Зачем нам деньги? Мёрфи сказал, что они не будут скучать по этим деньгам. Понятно. Давайте сюда сначала сходим.
Аптечка первой помощи. Когда ранен, используй аптечку первой помощи из инвентаря и нажав направо на крестовине. Хорошо. Так, туалет. В туалете, я так понимаю, нет ничего. Мерфи какой-то аккуратный. Так, в мадамском что? То же самое? Только еще лампочка сбоит. Ой, блин, камера, не сходи с ума, пожалуйста. Пойдемте на кухню, тут, похоже, больше ничего нет. Все заброшено, но при этом горит электричество. Что это такое? Газ. Газ. Ох, твою мать. Fire. Anyone hear me? Fire! Так. Ой, чё? Чё делать? Чё делать? Так, давай, да. Блин, устроил себе. Нашёл приключение в свою задницу. Какого чёрта? Ребята. Да что это такое? Это Мёрфи. Местный Silent Hill. Если вода достигнет распределительный щиток, нас закоротит. Так, что мне тогда делать-то? Надо поторапливаться. Причем по времени я, судя по всему, ограничен. Так, еще аптечка. Ой, блин. Надо валить куда-нибудь назад. Все закрыто. Блин, что делать? Твою мать. Фу, так. Понятно. Надо поторапливаться, найти какое-то решение, чтобы... Блин, я не знаю, электричество как-то выключить может. Опасно. Вот она и пошла, чертовщина. Первая серия была больше на... как на исследование, а здесь уже что-то начинается, судя по всему. Ой, как долго ты грузишься, офигеть. Так, сковорода. Может мне не дергать? Какая-то дверь откроется. Закрыто. Выбора-то у меня, похоже, особого нет. Ну давай. Oh, shit. Так, давай, давай, Мёрфи, быстрей. Anyone hear me? Fire! Теперь мне что-то нужно придумать, что мне делать с электричеством. What the hell? Да, сделано, конечно, круто. Так, 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 так. О! Отлично. Ой, ёлы-палы. Да этого не может происходить. Что за хрень вообще? Какие-то миазмы на стенах. Ой-ой-ой-ой. Довольно неприятное место, надо отметить. Блин, надо уходить отсюда. Это что такое?
картина. Давайте повернем. Сейчас предлагают. Да офигеть. Так, надо поторапливаться, похоже. Так, крутись. Давай, 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 пошел. Так, что-то не особо хорошее место. Это ж... Это явно ничего хорошего. Мерфи, run! Мерфи, беги. Бежим. Ой. 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 Ой, она за мной. Ой, давай быстрее. Что происходит? Так нечестно. О, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай, давай. Это, похоже, задерживает его. Ой-ой-ой. Так, что-то... Что-то мне как-то нехорошо от этой хрени стало. Давай валим, валим сюда. А, так, давай, давай, я пошел. Да твою мать. Хватит орать. Куда бежать тогда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, хана, похоже. Блин, а что тут делать-то тогда? Ой, бежим, ой, бежим. Давай, пусть тебя съедят, лучше не меня. Уф. Ой, блин. Don't see another way. Так, я аптечку использовал, по-моему. Да, полегчало. Ой, твою мать, да что ж происходит? Это вообще какой-то капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, жесть. Бляха, да блин, он неуправляемый какой-то. Так. Сейчас опять, наверное, долго загрузка. Давайте пока. Да, на загрузке в этой игре секунд по 30. Ну да ладно, давайте еще раз попробуем. В этот раз я уже более-менее знаю, что делать, так что я думаю, у нас получится. Катается он, конечно, как-то вообще неуправляемо. Но постараемся. Так. Вот этот грузовик или автобус, что это непонятно. Ой-ой-ой. Ой, открывайся. Давай, давай. Ой, блин, какой кошмар. Давай, давай, давай. Что-нибудь уже. Оф, куда я попал вообще? Да подбери ты ее. What is this place? Что это за место на самом деле? Так, что-то темновато. Но мне предыдущие серии сказали, что все равно довольно-таки темно. Давайте как раз-таки прибавим яркости еще чуть-чуть. Вот так вот. Да по полной практически. Чтобы было видно. Какого хрена? Тут что? Какая-то непонятная машинерия. Ой, Мёрфи, куда ты попал, а? Пендлтон, мать твою, за ногу. Нашел приключение себе. Что-то вот это вот кресло-качалка явно не к добру. Ой, блин, тут... Тут что-то совсем плохо все. Так, что это нам даст? Ну ладно. Это, по-моему, очень странно, но тем не менее. Это что у нас в качестве лифта?
А это в качестве переключателя, да? Какого хрена происходит? Это мне Портал напоминает второй. Там Гладос любил такие приколы. Так, понял. Вы просто представьте, вот самому в таком месте оказаться. Это же жуть просто, по-моему. Просто жуть. Так, тебя можно выключить? К сожалению, нет. Так, хорошо. Куда мы двигаемся вообще? Мне это напоминает приходы Саймона из Края Эфира. Очень сильно. Так, я все правильно делаю, нет? Я иду, честно говоря, на автопилоте пока. Но будем надеяться, иду правильно. Так, что это нам дает? А, вон, смотри. Чё с потолком? Чё это такое? Жесть. Кровать показалась, пульсирует, но вроде как нет. Ой, блин, это натурально какой-то. Ой, опять ты. Так, налево, давай, побежали. Валим. Ой-ой-ой, Мёрфи, давай, пошел. Давай, не тупи, давай. Ой, как он орёт. Как порося. Но, как обычно, тут закрыто. Так, куда я иду? Что это такое? Так, давай, крути. А, я понял. Мы по кругу пошли. Как пошло звучит. Давай, выбираемся быстрее. Давай, пошел. Она за мной прям. Давай, Мёрфи, давай. Так. Что-то это не к добру. Надо сказать, это все довольно странно. Но, кстати говоря, вот это вот первое место в игре, которое именно в духе Silent Hill. Я таких не видел, поэтому для меня это было натуральным сюрпризом. Единственное, но что именно такие места мне в Silent Hill не особо нравились. Во всех сериях. Мне больше нравился реальный мир. В нем, по-моему, вот именно реальный мир, он, по-моему, гораздо страшнее, чем всякие вот эти вот непонятные места. Приправильно. Куда я поднимаюсь вообще? Сколько уже можно идти? Подожди, мне кажется, или оно циклится? Воистину так. Странное место. Ой. Нормально. Закрой дверь, Мёрфи. Нахрен из этого места. Так, мы, похоже, вернулись в нормальный мир таким макаром. Это реально происходило? Я бы сказал, что да. Мы заслужили приз. Now you are cooking. Так, ну ладно. Что это нам дает? Ой. Нахрен мне твой ствол. Не нужен. Совершенно не нужен, уважаемый. К
Какой бардак, а? Похоже, ничего нет, что ли? Ладно. Давайте, может, на второй этаж поднимемся. Что это было? Закрыто. Так, открыть инвентарь. Может, я жетончиком смогу как-то расковырять? Ну, навряд ли. Да, это явно не то. Так, ладно. Будем искать. Я пока не знаю для чего, но... Может, мне вообще туда не нужно. Но раз предлагают применить всякие вещи, значит, мы все-таки туда попадем. Я так понимаю. Ой, как тут темно. Мне ж фонарик был вроде, нет? Как он там включался-то? Так. А, понятно, либо фонарик. Подожди, как его включать? А, вот все, понял. Либо фонарик, либо оружие. Давайте так походим, что ли. В принципе, тут не так темно. А с оружием мне поспокойнее. Давайте лучше его возьмем пока. Если будет натурально темно уже, тогда будет повод задуматься. Какой бардак. Кто здесь жил вообще? Что за люди? Это явно жилое помещение. А, понятно, он на поясе висит. Это я протупил маленько, извиняюсь. То есть можно и оружие носить, и фонарик. Хорошо. Я не ту кнопку просто жал. Ну, это по неопытности. Научимся. Так, что такое висит? Ничего. Что? Банка тоже нам не нужна. Завявшие цветы. Пока что тут ничего хорошего. Хотя вот ножик, я думаю, мне пригодится. Так, что тут пикап? А, это понятно. Отлично. Спуск в подвал. Что может быть лучше? Что-то не самые приятные звуки, надо сказать, здесь. Не знаю, слышно ли вам, но что-то какое-то... Короче, ничего хорошего. Ладно, смотрим на ключ. Здесь очередной пустой закуток, ладно. Подвал, конечно, огромный, да? Тут можно натурально что угодно устроить. Так, еще нож. Мне моего хватит. Качалка. Офигенно. Заброшенная, конечно, но... Я гантель не могу взять, как в дедрайзинге. Тихо. Кого-то кто-то по пустой бочке стучал. Похоже, путь наружу. Панель разломана. Так, что там вообще может пригодиться? Явно не монетки. Ну, короче говоря, запомним, ладно. Так, а что тут больше ничего пока, что ли? Тихо, это что такое? Ох, блин, консольные игры. Вашу мать. В прошлом поколении консольная игра — это был гарант того, что игра не будет тормозить, не будет зависать, у нее будет стабильный фреймрейт.
ее не нужно будет устанавливать на винт. В этом поколении. Такой, блин, позор. Это кошмар какой-то. Баги, которые потом патчами лечатся. Это же, по-моему, ну просто вот... Именно из-за этого многие покупали консоли, из-за того, что там ничего не патчить. Купил игру, запустил, играешь. Не устанавливать. Silent Hill 4 гига просит на жестком диске. Так, я смогу, кстати говоря, ножиком взломать. И мне придется вернуться. Да, придется вернуться, похоже, за своим разводным ключом. Зря я его выкинул. Вообще, полезное оружие. В общем, нынешнее поколение консолей меня сильно разочаровывает в плане качества игр. Не в плане качества игр, а в плане их работоспособности. Это, по-моему, печально. Что будет дальше, я даже боюсь представить. Все отлично. Так, хорошо. Что мы тут имеем? Неужто и тут ничего? Видите, да, она подтормаживает по непонятным причинам. Ой, не люблю я такие звуки. Так что давайте лучше выключим. Так. Что это такое? Комната 5Б. А, это похоже как отель был. Вернулся в комнату в 751. Что за шоу лежит? Муж принял, что ли? 8-10 пм. Я нашампунил волосы два раза в кровать. 8.42 пм. Короче, свет выключил в 9.23. Почитал магазин. Ой, магазин, говорю, журнал мод. И выпил стакан вина. Комната 102. Заказал обслуживание номера в 5.32. Специальные жареные цыплята с молоком. Съел половину. Блин, он, похоже, капитально следил тут за своими постояльцами. Посмотрел половину программы новостей. Потом вынес тарелку, что ли, наружу из комнаты в 7.10. Короче говоря, блин, странно здесь как-то вот это перелистывание. Ты не можешь маленько, он сразу как-то вот так. Комната 6А. Побрил ноги. 8.20 в ванной. В кровати в 9.30. Спит голым. Или голая я. Громко храпит. Комната 103. Долгий телефонный звонок бойфренду. Закончился в 5.22. Все время спорили. Поплакала и заснула. Понятно. Шпион, мать твою, за ногу. Возможно, он по этому телевизору следил за ним еще как-то. Извращенец. Так, что такое? Проводок? А, кстати, я даже знаю, куда он может пригодиться. Давайте тогда вернемся туда. Довольно жутковатый подвал, надо отметить. Ой, блин, ну что ты тормозишь-то, мать твою? Это же позор просто. Это сохранение у нас таким образом, что ли, работает? То есть тормознул экран на полсекунды. Ты долбаная сука, давай, сука.
Ох ты, месяц, ты что делаешь? Это же с нами ехал. Отпусти, ты не понимаешь. Твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой, ты кто такая? Альма? Так. Блин, подожди. Ой-ой-ой, это что было? Я штрю. Скотина, отвянь. Я же треугольник нажал, как они просили, для блока. Ой-ой-ой. Сдохни, тварь. О-о-о. Ох, скотина. Тебя нужно добивать, нет? Нет, похоже, не нужно. Братья, не извини, я тебя не понял, ты был прав. Из-за этого ты погиб. Фу, так. Ну что ж, одним нашим меньше. И, в принципе, я думаю, это прекрасный момент. Ты смотри, какой у нас Мерфи стал покоцан весь. И я думаю, это прекрасный момент завершить эту серию. С первым врагом нас, надо сказать, что эта баба была довольно неприятной. Простите меня, девушки, я обычно женщин бабами не называют, но это натурально баба была, страшная баба. Короче говоря, увидимся в следующей серии. У нас есть проводок, понесем его к лифту, к тому, возможно, починим и выберемся отсюда. Как бы там ни было, это будет в следующей серии. Пока что игра нравится, довольно-таки необычно, довольно-таки свежо по сравнению со всеми вот последнего времени хоррорами. Играется, на мой взгляд, довольно неплохо. Как бы там ни было, увидимся завтра. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. We'll be right back.